Что добавить? Простите, пожалуйста. Да. Никто здесь не хозяин, только вы. Что-то будет с библиотекой, сохраните книги. Эти, одна книга заменит тысячи книг. Да, здесь у нас два сотрудника. Да. Мы их записываем, определяем, они идут дальше. Это обрабатывается, чтобы люди знали, в каталогах да. карточки пишутся. И тогда уже это для читателя. Для обычных книг я понял. Вот чего, что они написаны без пригляда в глаза. Нравится, не нравится, сказал Бог. И я даю. А человеку не нравится. Господь изгнал торгашей из храма, в храмах торгуют. Я не могу сказать, что Господь не изгнал. Так написано. Угу. И написано, даром получили, даром давайте. Зачем бы я это отдавал-то? Ну да. А им это не нравится. У книг много друзей, но и много врагов. Эти книги опережают намного наше время, это кто бы не читал их. Угу. Так что храни нас Бог. У нас библиотека бесплатная. Да. Для пользователей, пожалуйста. Так, мы пошли. Да, счастливо. До свидания.